И снова авария на перекрестке улиц Украинской Шлютова. На этот раз не смогли разъехаться два автомобиля. ВАЗ-2107 и «Опель». В произошедшем усматривается вина водителя иномарки. Мужчина на перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу классике, которая имела полное преимущество в движении. После столкновения ВАЗ-2107 изменил траекторию движения и врезался в бетонный блок. Жители близлежащих домов продолжают бить тревогу. Просто действительно очень страшно, когда ты живешь очень рядом. Страшно видеть это, страшно оказывать пострадавшим помощь, потому что они все в крови вылезают. И очень немножко беспокоит то, что на нас никто не обращает внимания, потому что уже года три, как здесь происходят довольно-таки серьезные аварии. Страшно, очень переживаем за соседей, в которых постоянно влетают то в машину, то в гараж. Зимой дежурили хотя бы работники ГАИ. Если невозможно поставить светофор, и, как мне объяснили, нет денег в бюджете, пусть хотя бы дежурят работники ГАИ. Летний сезон, дети выходят на улицу, мы. До каких пор это будет продолжаться? 13 числа была страшная авария в 2 часа ночи. Столкнулись две машины, двое ребят лежат в реанимации. Наша машина опять в смятку. Добавим, что за последние две недели это уже пятое ДТП на этом перекрестке.